Привет, ребят! Заходите на YouTube-канал Юшик. Там позитивная и веселая девушка, Даша, снимает различные прикольные видео. Заходите, посмотрите сами. Ссылка на канал Даши в описании под видео. Привет! Часто в нашей жизни бывают ситуации, связанные с нехваткой финансов. И мы ломаем голову, где же заработать по-быстрому денег. Так вот, есть настолько безумные способы заработка, что я был просто шокирован, узнав их. Сразу скажу, что это видео развлекательное и шуточное, а не руководство к действию. Лучше использовать более безопасные и реалистичные способы заработка. Итак, начнем. Сдавать кровь и плазму за деньги. Для начала расскажу про наиболее реалистичный способ заработка. Это донорство крови и плазмы. Конечно, вы должны быть здоровым человеком и обладать качественной кровью и плазмой. Платят за донорство вот сколько. Бесплатный комплексный обед за счет бюджета для восстановления сил после кровопотери. Иногда он заменяется денежной компенсацией в районе 500 рублей. А также право на получение двух оплачиваемых отгулов. Один в день сдачи, другой по желанию работника. Если сдача крови происходила в выходной день или в период отпуска, либо же после сдачи сотрудник все равно вышел на работу, то он имеет право воспользоваться им в любой другой день. Как правило, эти дни суммируются к отпуску. А также возможность получить значок «Почетный донор России» и все льготы и компенсации, которые дает это звание. Это порядка 12 тысяч рублей в год премия. Продать почку. Это безумный способ заработка, на мой взгляд. Хотя вы этим можете спасти жизнь человеку. В России стоимость почки, а именно сумма, которую получит пациент на руки, составляет порядка 3-5 тысяч долларов. Цена может сильно разниться от регионов проживания. Самые большие расценки, естественно, в Москве. Здесь при удачном обстоятельстве можно получить даже до 10 тысяч долларов за свой орган. В итоге стоимость операции по пересадке почки в частных клиниках может варьироваться от 30 до 100 тысяч долларов. Самые маленькие же расценки в глухой провинции в связи с низким уровнем жизни и маленькой зарплатой, а то и вовсе безработицей, многие готовы расстаться со своим органом за смешную сумму в 30 или 50 тысяч рублей. Но учитывайте, что вы теряете около 20 лет жизни и рискуете вовсе погибнуть во время операции. Сняться в рекламном ролике. Чтобы заработать огромную кучу денег, вы можете сняться, например, в каком-нибудь рекламном ролике. Речь пойдет о рекламном клипе всемирно известной компании Chanel No. 5. Расходы на съемки небольшого ролика сопоставимы с бюджетом среднего голливудского блокбастера. Лицом бренда марки духов стала актриса Николь Кидман. Chanel No. 5 фильм – официальное название ролика. Этот ролик стал самым дорогим за всю историю. Стоимость одной минуты составила 11 миллионов долларов. Таким образом, 4-минутный ролик обошелся в сумму более 44 миллионов долларов. Так что если вас пригласит знаменитый бренд сняться в рекламном ролике, не отказывайтесь сразу. Нарисовать черный квадрат. Казимир Малевич, говоря простым языком, просто красавчик. Взял и написал три картины еще в 1915 году. «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест» и прославился на весь мир. Оценочная стоимость картины «Черный квадрат» Казимира Малевича оценивается специалистами в 20 миллионов долларов. Так что дерзайте, друзья! Берите краски, лист бумаги и рисуйте квадраты, круги, кресты. Может, и у вас прокатит заработать целое состояние. Тем более, что геометрических фигур еще много. Донор мужского семени. Но думаю, вы поняли, о чем я. Чем просто спускать ценную жидкость в унитаз? Ну, мужчины меня поняли, думаю. Лучше идите в клиники и сдавайте семя за деньги. Стоимость одной порции мужского семени составляет от 1500 до 3000 рублей. В месяц же можно сдать до 6 раз свое ценное семя. Однако многие клиники не выплачивают сразу всю сумму. Донор получает определенное вознаграждение, обычно треть суммы или меньше, сразу, в день сдачи. Остальное после завершения проверки образца.
И это не шутки, а вполне себе метод заработка денег. И между прочим, за границей за это платят очень и очень много. И некоторые живут на эти деньги припеваючи. И самый безумный способ заработать деньги – $1 000 000 за беременность. Чарли Чаплин был большой шутник, как в кино, так и в жизни. Однажды Чаплин тайно принимал участие в конкурсе двойников себя. По одной версии он занял 2-е место, по другой – 3-е. Но запомнился Чаплин не только своим актерским гением, но и авторством нескольких слабов. Одно из них – завещание $1 000 000 первому мужчине, который сумеет родить ребенка. Да-да, вы не ослышались. Мужчина, который сможет родить ребенка. Так что дерзайте. Может, и у вас получится заработать $1 000 000. Но правда, придется походить с животом, а потом еще и родить ребенка в придачу. На этом все. Интересно, сможет ли кто-то когда-либо заработать этот $1 000 000 от Чарли Чаплина? Как думаете? Пишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Bizarre World, потому что впереди у нас еще много всего интересного. Пока-пока!